Да, купить здесь билет, конечно, задача не из легких. Значит, английский, итальянский, французский, может быть, и русский есть. Или это вообще не то значит? Сейчас посмотрим. Вот флаги похожи, но это не то. Нету здесь. Сынок, если словенский. Да. Так, вор, везде вор какой-то. Интересно, что же тут? И она полная цена. Одна полная цена. Ну-ка, вот это. Так, стандартная цена. Ну, допустим. Допустим. Так, что-то показывает он. Ух ты. Евро 80. Просимо. Просимо евро 80. Сейчас. Еще он карту хочет. Карты нету. Простые деньги не принимает. Теперь начать это все. Так, допустим, вот. Ну-ка, если английский попробовать. Full price. Давай full price. Так, куда хоть едет-то? Непонятно абсолютно. И ни одного человека нет. Так. Главное, чтобы еще деньги не съел. Ну, давай. Так. Посмотрим. Билет какой-то дал. Сдачи дал. Это хорошо. Так, взяли билеты. Почему-то вылезло два. Только куда они ведут? Вор. И все. Больше ничего. Ладно. Так. В общем, будем изучать эти билеты. И надеюсь, сегодня утром все-таки уже окажемся в Вене. На связи.